Стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Тюменская марка». Он основан администрацией Тюмени для поддержки предпринимателей и расширения рынка сбыта. Сегодня это авторитетная площадка для диалога, обмена опытом и технологиями. Здесь используются стандартные элементы, какие-то бегунок, дверка. Участник конкурса «Тюменская марка» рассказывает особенности своей продукции. В этой игрушечной конструкции для детских садов используются специальные водные краски, интерьерная печать. Продукция ламинирована, потому что протирать эту вещь будут каждый день, а значит, она не должна испортиться. Жду конкуренции, чтобы были другие участники, это было бы здорово. Жду каких-то новых связей деловых, жду для себя перспектив каких-то, чтобы я понимал, что то, чем я занимаюсь, это нужно не только мне, а нужно другим людям, в том числе и предпринимателям. И их много. Конкурс меняется каждый год. Пандемия тоже внесла коррективы. Тюменская марка проходила онлайн, но не утратила популярности. На сегодняшний день, по словам организаторов конкурса, уже подали заявки 37 предпринимателей и предприятий. Конечно, мы для себя понимаем, что меняться надо. Меняется, конечно же, и бизнес. Меняется бизнес, и вот те компоненты, которые представлены, в том числе и в конкурсе «Тюменская марка 2021, они тоже видоизменяются. Каждый раз те предложения, которые поступают, когда мы их посмотрели, их можно компоновать, и совершенно по-другому меняется и формат подачи самого мероприятия, самого конкурса. Для бизнеса это хорошая возможность не только узнать лучших участников рынка в своем направлении, но и получить полезный опыт. Они обрели не только новых себе покупателей, тех, кто будет потреблять тот или иной продукт, либо услугу, они узнали тех людей, которые работают на этом же самом направлении, на этом же самом поле, они узнали своих коллег, своих предпринимателей. И от этого, мне кажется, эффект, который приобрели предприниматели, мне кажется, еще больше, чем нежели они обрели какую-то победу или награду. За победу смогут побороться около 100 участников. Жюри выбирает лучшего предпринимателя и предприятия по 5 номинациям. Победители получат право на использование логотипа конкурса на своих товарах, а также 400 тысяч рублей на развитие дела. Подать заявку на конкурс можно до 3 сентября. Алексей Козлов, Тюменская служба новостей.